Многочисленные кубки с чемпионатов России и Европы, легендарный мотоцикл «Москва», с которого в начале 60-х годов прошлого века и начинался мотобол в нашей стране. Фотографии самых знаковых спортсменов и матчей. Глава Ленинского городского округа Дмитрий Оборенов посетил спортивную базу мотобольного клуба «Металлург». На нас очень многие равняются, не только потому, что у нас есть, у нас хороший автобус, у нас хороший мотоцикл, у нас хорошая раздевалка. Ну, плюс к этому еще и результаты хорошие, можно сказать, даже отличные. Дмитрий Оборенов познакомился с основным составом «Металлурга». Сейчас спортсмены активно готовятся к чемпионату Европы, который пройдет в Видном со 2 по 8 августа. Хочу пожелать, естественно, вам, чтобы никаких травм, чтобы удачи и, конечно же, вернуть кубок сюда, на родину, на территорию лучшего мотобойного клуба страны. Давайте вам удачи и победы. Затем глава муниципалитета отправился на стадион «Металлург». В рамках подготовки к чемпионату Европы сейчас здесь проводится масштабная реконструкция. Дальняя трибуна, которая находится ближе к теннисным кортам и к парку, центральному парку города Видное, она уже ликвидирована. На сегодняшний день разыгран и заключен контракт на поставку новой трибуны. Монтаж данной трибуны, она будет полностью уже с крышей. 5 июня первый матч турнира первенства России по мотоболу пройдет здесь уже на новом асфальте. Также в дальней части стадиона за легкоатлетическим сектором будет возведен ангар для автобусов. А во время чемпионата Европы здесь расположатся мастерские для мотоболистов. Все работы планируется завершить в июле этого года. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.